Меня зовут Алена, мне 24 года. Я работаю сама на себя, занимаюсь интернет-маркетингом, хотя по образованию я продюсер. Я пишу книгу, очень-очень люблю, когда мне готовят, а я сама не люблю готовить. Я приехала из Челябинска. Как давно? Почти 3 года назад. Я очень люблю танцевать дома перед зеркалом. Это мой каждодневный обязательный ритуал. Победа — это, конечно, очень круто, да? Тем более я родилась 9 мая, меня должны были вообще назвать Вика, но назвали Алена. Хочу в Австралию. Что тебя привлекло в этой истории? Кенгуру. Только из-за кенгуру? Хочу посмотреть, как они будут драться. Я люблю побеждать, для меня это важно, но, например, идти по головам, кого-то там обижать, оскорблять, унижать или еще что-то ради победы я не буду делать.